Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу мод, который добавляет мебель в Minecraft Pocket Edition. Но это уже вторая версия мода, здесь мы уже можем наблюдать костер, который будет двигаться. Также мы сможем на него поднаблюдать, сидя на таких маленьких, сказать так, ну, стульчиков. Дальше мы видим мусорку, в которую мы еще пока не можем ложить ничего. Дальше у нас идет компьютер, на который мы сможем поглядеть, сидя на таком тоже уютном стульчике. Ну, дальше у нас уже идут ящики, в которые тоже мы, к сожалению, ничего положить не можем, но в скором времени, наверное, эту возможность сделают. Вверху у меня уже висит такой фонарь, который, можно сказать, пригодится для оформления целого города. Выглядит все очень круто, и с каждым разом разработчик добавляет новые вещи. Ну, все эти вещи хранят вот здесь. К сожалению, они выглядят вот так, как блоки обычные, но это тоже он скоро исправит. Как видите, это был светильник. Это у нас мусорка. Вот. Ну, что сказать, больше сказать нечего. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.